земля от света повернет. Валентина Антипова. Здравствуйте. Я вам посылал СМС про муравьев и про то, как соседи обрезают ветки на ствола. Валя, вот до вас письмо дошло. Оно мне очень понравилось, хотя ничего хорошего в нем нет. Итак, соседи обрезают ветки до ствола. О, эй, специалистки, ваша работа. Вы научили. А я им, что надо вставлять пеньки. Валентин научил я. А мне сказали, что ты дура. Они... Тогда я дурак, получается. Ну что, дурак-дурак. А, нет, рыбак-рыбака, да, видите, издалека. Ой, они пеньки будут гнить. Ну, а теперь, внимание, шедевр. Она присылает эту самую, которая... Там-дарам-дарам. Сейчас я сделаю поменьше, чтобы целиком было видно. Вот так сделаю. Во. Нет, вот так. Ну, давайте посмотрим. Вот что бы мне сказали вот эти вот дамы, если бы эта фотография... А, слушай, Валь, пошлите ее туда. В этот самый. Неудобно говорить. Даже какой, а то получается, что... Ладно. И без вас там таких хватает. И умников хватает. Смотрите внимательно. Ой, ну, будем разбираться. Итак, мы имеем внизу листья. Явно, что они, может быть, ниже прививки. А может быть, выше прививки. Скорее всего, было посажено. Скорее всего, было изувечено. Верх начал гнить. Согласны? Дерево обречено. Так. А чтобы понятнее было, что это действительно листья уже все, вот в этот момент и начинается борьба за жизнь. Ядохимикаты, подкормки, поливы, ядохимикаты, подкормки, полив. Вот. Вот это страшная вещь. Оно все равно уже обречено. Почему? Как сюда забраться сок? Вот сок забирает, смотрите, рано, рано, рано. Я не выдумал. Теперь можно разглядеть получше. Ой, Валя, спасибо вам. Это куда тоже когда-то куда-то войдет. Надеюсь, тоже в книгу. Смотрите, отрезала. Два, три. С той стороны еще есть. Четыре. Вот. Эти листочки у меня позже появились. Так. Вот страшная рана. А теперь смотрите с этого момента. Вот эта часть мертва. Я ничего не вылечил. Ничего не придумал. Внимание. Мимо создания такие очень уходят. А? Вот это... Рана на кольцо, которую так любят и ничего не понимают эти выпускницы Тимирязевки. Я тысячу раз буду повторять. Не надо было оскорблять брата и меня. Не надо было говорить, что это самое. Повторять даже не хочу. Вот это вот причина того. Если вот это дерево, еще можно было бы как. Оно само по себе, судьба его грустная, вот этого дерева сейчас. Нормальный вид. Вот. Оно бы само по себе грустное. Так? Почему? Потому что никогда вот такой высокий саженец, даже если бы не отрезать, она отрезала и искалечила это. Сейчас понятно, надо отрезать вот тут. Но они сказали, что она дура. Правильно? А эти ранки даже не замазали. Чик-чик-чик-чик. Но, возможно, такой саженец и попал к ним. А вот здесь уже пошла нормально. Видите листики? Скорее всего, это подвойная гроша. А все, что выше, это вот эти жалкие листочки несколько. Итак, выход отрезается вот тут где-то. Вот с этих вот формируется уже низкая крона. Эти надо угнетать, потому что они уже все, они уже победили привой. Привой на ладан дышит. Вот. Если бы все вот так вот не делали бы эти раны, он был бы живее. Но вот это, тысячу раз говорю, пересаживайте, отрезайте. Ну, убедились лишний раз, что железо прав. Вот все, что хотел сказать. Вот. И мне всегда удивляет, почему, когда им попадаются такие фотографии, они опять про это самое, опять про это самое, полить, опрыскать ядохимикатами и это самое. Полить, опрыскать, и любимое занятие. Подкормить. И вот я нашел, посмотрите, это учебный снимок. Вот он учебный. Думаю, это же кто-то из вас, я не говорю, что Иванов, Петрова или Сидорова.
или в Кузнецове, или там какой-нибудь еще Сидоров. Я посмотрел на вот это произведение искусства. Наверняка одна школа, согласны? Одна школа. Смотрите, как резалась. И вот я вижу перед собой нормальный саженец. Есть возможность, что вот эта вот ветка, которую хотят отрезать, что она может отвалиться, не дай бог, урожай. Да. Но они почему-то акцент сделали на чем? Вот видите, что вот здесь развилочка есть. Вот. А эта развилочка, по их понятиям, опасная. Надо уничтожить всю ветку. Я бы отрезал вот тут и перевел ее в разряд второстепенных. То есть она бы отстала сильно. Так. Видите, напротив ветка. И вот она была бы пропорционально. А теперь еще это. Смотрим внимательно. Почему у них все ветки скелетно отрезаны с одной стороны? Вот нет у меня дара художника, я бы это самое изобразил, но уже отрезано. Смотрите, справа отрезали скелетную ветку, справа отрезали скелетную ветку, справа отрезали скелетную ветку. Так нет. А слева только одну. И то не главное, вот эту. И я потом, и вот эту вот самую главную ветку. Во, еще ее отрезали. Четыре ветки. И попробуйте без них представить себе саженец. Вот эти вот длинные, длиннющие остаются, вот она слева, метровая, да? Вот ее бы я подрезал бы, пока с дерева молодое. Хотя бы наполовину. А ее не тронули, тут самый острый, вот эту вот отрезали, хотя у нее изгиб нормальный более-менее. А с острым этот отрезали, вроде бы у них логика хотя бы какая-то. Я вообще бы его не трогал. Тут укоротил, тут укоротил, тут вот эти две центральные укоротил. И все. Естественно, что здесь появится, это же видите, обрезка на кольцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Господи, дурдом. А теперь свежий снимок. Ля-ля-ля. Вот это мы резали в саду. В своем саду резали. Как? Очень просто. Загущение дикое. В общем, мы полностью выпилили где-то три абрикоса и еще несколько отрезали по принципу, ну, в общем, сильно-сильно укорачивание, называется омоложение. Все, больше терпеть было нельзя. С другого мешают. И потом я говорю, Толя, а он мне помогал. Лесоруб, миллион деревьев спилил за свою жизнь. Так вот, я говорю, Толя, разрежь мне через рану. Вот, видите? Какие вам еще нужны доказательства? А? Ну какие вам еще нужны доказательства?